Погранзастава в районе реки Псоу появилась в Адлерском районе после грузино-абхазского конфликта. В подчинение пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю она перешла в 2003 году. Недавно здесь произошло ЧП. Административный корпус сгорел от удара молнии. Накануне профессионального праздника Дня пограничника Анатолий Пахомов предложил защитникам рубежей помощь в возведении нового здания. Строительство велось под личным контролем первого заместителя главы города Сочи Мугдина Чермита. Работы завершились в рекордно короткие сроки. Как можно было за короткий период оказать нам такую помощь после того, как у нас здание было стихийным бедствием, так сказать, разрушено, возвести вот это здание, строители помогли. Значит, и вот сегодня мы вместе с главой города хотим открыть это здание, чтобы служба в новом помещении была комфортной. В свою очередь Анатолий Пахомов поблагодарил часовых Родины за доблестную службу. Надеюсь, что и сегодня, и особенно после того, когда мы как бы помогли быстрее восстановить вот ваши бытовые условия, восстановить административный корпус заставы, надеемся, что у вас еще больше будет желания не подвести ни наших горожан, ни меня как главу города, ни тем более главнокомандующего президента Российской Федерации. Надеюсь, что граница на надежном замке. После торжественной церемонии перерезания красной ленточки для Анатолия Пахомова и Мугдина Чермита провели небольшую экскурсию по новому зданию. В съемочной группе показали только столовую, учебные классы и комнату, где хранится оружие. Все остальное – военная тайна. Татьяна Говоркова, Максим Ковригин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.